Безопасность и права сотрудников гарантированы благодаря статье номер 227 Трудового кодекса Российской Федерации о несчастных случаях на производстве. С 1 марта в законодательном акте о труде учитываются и микроповреждения или микротравмы. Под микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения работников и иных участвующих в производственной деятельности работодателя лиц, полученные при исполнении трудовых обязанностей или выполнении работ по поручению работодателя и не повлекших расстройства здоровья или наступления временной нетрудоспособности, предусмотренной статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации. Начиная с указанной даты, работодатель будет обязан осуществить учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к получению работникам микротравмы. Основанием для производства таких действий будет являться обращение пострадавшего лица к своему руководителю или непосредственно к работодателю.